вас на канале «Гормон и рынок». У меня вот в руках вот такая беспроводная система подключения для MIDI-гармони. Объясню, зачем она вообще нужна. Для того, чтобы нам не мешался болтающийся шнур под ногами, да? Ну, то есть это удобно, практично, мобильно. То есть у нас два вот таких передатчика. Один втыкаем в гармонь, другой в колонку. И наслаждаемся игрой, и нам ничего не мешает. И я хочу сделать такую инструкцию по подключению. Здесь есть инструкция, но не все любят их читать. Например, я не люблю читать инструкции. И забочусь о вас, хочу сделать вам инструктаж. Открываем, убираем все ненужное, то есть убираем инструкцию. Зачем она вам? Здесь у нас лежит два передатчика и зарядное устройство. Достаем их. Да, они оба на аккумуляторах, они у нас заряжаются. Об этом чуть позже. Вот мы их достали из коробочки. И у нас здесь есть вот такие ползунки включения. То есть вот передвигаем на одном ползунок. Да? И передвигаем на другом. Они загораются у нас синеньким. Вот видите, они мигают. Это значит, были не сопряжены. Уже сами автоматически они подключились друг к другу. Но если они продолжают мигать, нам нужно зажать две вот эти кнопочки маленькие. Вот видите, это включение, а вот две маленькие кнопочки, это чтобы они соединились между собой. Connect, чтобы произошел. Вот давайте покажу. Зажимаем на одном и на втором. И подключились друг к другу. Если у нас вдруг замигали желтые индикаторы, это обозначает, что наше устройство разрядилось. Берем вот такой вот кабель, который поставляется в комплекте. Все просто, ставится точно так же, как поставить телефон на зарядку. Он у нас разветвляется на две части, чтобы сразу в одну розетку поставить два устройства на зарядку. Подсоединяем первое устройство, второе устройство. Берем блок питания и подсоединяем этот шнур к блоку питания. Ставим на зарядочку. И они у нас заряжаются. Когда гаснут желтые индикаторы и загораются синие, значит наше устройство заряжено и готово к работе. Ну и теперь покажем, как ими пользоваться. Берем первый приемник и подключаем его в нашу колонку. Дальше берем второй приемник и нашу чудесную MIDI-гармонь. И подключаем его в гармонь. Включаем колонку.